Создание интереса на радости вечного развития. Это каждому человеку близко знакомо, это понятно. И что говорится в книге, ваше восприятие базируется на потребностях вашего же внутреннего мира. И при этом вы осознаете, что у других такие же потребности, например, вечной жизни. Старайтесь на унифицированных потребностях духовного плана, которые реализуют вечную жизнь физического тела, его вечное развитие реализуют, ставить управление. При этом духовные ценности, они также перед вами развиваются в виде информации, где вы людям рассказываете, что вечная жизнь дает еще и вечное развитие. Радость вечного развития, она такова, что одновременно происходит познание духовных ценностей всего мира. Ну вот, создание интереса, оно должно присутствовать в распространении вечности, в распространении учения о спасении. То, что без интереса, оно не пойдет так быстро, скорости будут другие.